Ухудшение погоды осложнило ситуацию на дорогах Акасии. В центральной части республики сначала выпал дождь, затем пошел снег. В итоге проезжая часть превратилась в каток. В Абакане на борьбу с гололедом вышла большая часть техники. Коммунальщики ведут подсыпку улиц песчано-гравийной смесью и чистят тротуары. В первую очередь они работают на основных магистралях столицы и остановочных пунктах. Также принято решение с этого дня перевести спецавтобазу ЖКХ на круглосуточный режим работы. В ГИБДД пока не фиксируют роста аварийности, но призывают водителей быть аккуратнее. Что касается междугородних трасс, до 11 часов была закрыта дорога на Саяногорск. Но сейчас ее открыли. На остальных направлениях все в штатном режиме. Тем временем синоптики предупреждают, гололедица на дорогах сохранится и в выходные. Завтра ночью значительно похолодает, местами до минус 17 градусов. В воскресенье опять ожидаются осадки и немного потеплеет. В целом ноябрь оказался теплее нормы на 4 градуса, а сегодняшний утренний дождь – это вообще аномалия.